выходной день. На поле 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 человек. Копатели, машины. Никто не хочет копать рядом с машинами. Проехали. Вот. Чешуйка. Можно сказать, прямо сразу. И, кстати, что хочется сказать, добавить по поводу беркута. Ну, не реклама, поймите. Не знаю, кто вообще воспринимает такую информацию, как реклама. Но особенность этого аппарата в том, особенно по чешуе, что если ты ходишь по помойкам, ну то есть где вот сплошняком мусор, то уменьшает ток катушки, и тогда все ништячки будут твои. В то время как все стараются зарыться поглубже, все интересные предметы лежат сверху. В общем, вот такая вот история. Ну, наверное, касается это всех приборов, но по-разному люди относятся к этому. Часть копателей разбежалась. Некоторые уехали. Говорят, нет здесь нихера. Но мы-то знаем. Вот такая вот пулька. Хрена себе, да? Калибр. Такое и убить можно. Третья находка возле машины. Половинка крестика. На том поле тоже роют. Ну и здесь, соответственно, продолжают рыть. Копаем дальше. Копатели все разъехались. Говорят, нет здесь ни хрена. Он дед, картошку копает. Я тоже нарыл мешок картошки. Насобирал. Нет здесь ни хрена. Вот, крестик. Ну, думаю, он рассыпется. Хотя, если в ювелирке выпрямить за 100 рублей, нормальный крестик получится. Вот. Вот такая у нас здесь Русь. Дед накопался. Картошки целую гранту набил. Копатели все смотались, говорят, нет здесь ни хрена. Я нарыл еще один мешок картошки. Последний копатель ушел пешком туда. Бамс! Монетка. В общем, как там в фильме? Лось ушел на дальний кордон. А, не, зверь ушел на дальний кордон. В общем, вот так вот. Ладно, роем. Так. Ямка копателя. О! Ямка копателя, ямка копателя. За 3 часа я прошел вот такой вот квадратик. Все копатели посмотались, и прям между 3 ямок половинка крестика. Жаль, что половинка. Ну ладно. В общем, минут 30 еще есть по солнцу. И все копатели свалили. Вот так вот. Думаю, на сегодня копалка закончилась. Вот столько я прошел. Такой вот квадратик вот всего лишь. Никого. Ну и последняя находочка, как мне кажется, какая-то украшалочка, кристаллик. И под ним серебряного цвета металл. Возможно,
сережечка. Точнее, часть от нее. Или что-то такое. Ну, в общем, украшалочка. Ладно, надо заканчивать на сегодня.